Ну, наконец-то дождались. Добрый вечер. Такой суровый буран. Суровый буран. Это на центральной улице, на проспекте. Заметает. Снега давно не было. Второй, третий день идет. Трассы перекрыты со вчерашнего дня. Вроде чувствительно, по глазам бьет снег, за ночь, наверное, нападает немало еще. То он с юга дул этот ветер, теперь с севера пошел. Но если кто переживал насчет снега, можете быть спокойны. Снег в этом году тоже будет. Здесь все по тротуару можно пройти. В других районах, в частных, там уже не очень комфортно. Аварий много в городе. На трассе Темиртауской показывали. Так что будьте аккуратны. Если уж на машине кататься, так делайте это так, чтобы потом не было мучительно больно за состояние. Ну, всего хорошего. Посмотрели на вечерний зимний буранный город. Пока еще зима, так что буран имеет право быть. Всего хорошего, здоровья, здоровья, еще раз здоровья.